за рулем безумный Макс, лафет отцепили, едем на покатуху теперь. В Прилуках были, в Днепре были, Казань брали, да? Едем на покатуху, день рождения Антохи. Слышишь, поле как там на трассе практически, да, похоже? Деревья другие только. Прямо с асфальта ныряем. Ох, елки, вообще жалко. Немножко пейзаж портит лобовое нечистое. Мы на Сундуковский кордон. Смотри, как в Google картинка, да, на заставке? Или Windows там? Да, как Windows. Вот эти легендарные. Легендарная скоростная прямая. Где взлетал сам Витя. Тут бы на Кразе Витя дал бы, конечно, да? По прямой. Тут бы он не застрял. Сюда его надо на Кразе, да, приглашать? Да, хорошее да, место. Слышишь, уже на склонах только следы от наших колес, да? Да. Смотри, какой жесткий подъем тут. Или это квадрики узкая, нет? Да нет. По-моему, тут Саня на Рубиконе. Саня, да. Макс, где-то правый поворот, а вот болото уже близко. Уже близко, вот где-то здесь он, да? Йоханы, бабай, мы тут можем застрять, где-то правый поворот. Вот, а мы же объедем или нет? Не объедем? Да я в белых кроссовках, йоханы, бабай. Подожди. Ёлки-палки, тут жестко сейчас будет. Окно можно закрыть. Есть вода. Мы на АТ-шке. Даже не буду разворачивать. Не на новой. А вдруг мы застрянем? Еще. У нас лебеда есть уже. Лебеда есть. И горозащитка, и шакал, и блок. И блок есть? Ой, да. А мой блок, да. Да. Так что мы подготовили как никогда. О-хо-хо-хо-хо-хо. Тут надо по траектории идти, не провалиться. Береги машин. Блин, ёханый бабай. Так, ну ого, что? Подожди. Тут, ну да, под кусты, понял? Чтоб туда не падать, в ту колею. Уже сюда. Давай попробуем. Не факт, что тут. Ну, по крайней мере, не накопано. Да, да, кто-то ехал. По крайней мере. Блин, тут может быть жестче. Макс, мы не застрянем. Ох, тут кто-то копал. Land Rover, Camel Trophy. Ёханы бабай, кизяк залетел прямо на ноги. Я был чистый 2 дня. Ё-моё. Это известное место, но мы преодолели все сложные места. Бочком, как мы на горбуне бочком шли, на горбуне, или это мне уже кажется, на горбуне шли, Витя говорит, метр дрифта, но был. Жизнь перешла до горбуны, до горбуны и после горбуны, да. Перешла этап. Мы правильно едем? Где ты, белый дельфин? Где ты? Что-то шипит и молчит. Так, мы приехали на оффроуд. Блин, какой день шикарный. Тут немного машин. Белый дельфин тут. Шипунчик опускает. Это ты, борода, шипунчик опускает? Все, приехали. Фух, блин, хорошее место, тут подготовлено все. Сейчас будет на 5 литров. У нас новая машина появилась. Ого, салон какой красивый, слышишь? Мерседес. Так это правильный Мерседес, это где блокировки гидравликой включают. 140 сил, у Лени новый мотор. Смотрите, какой выхлоп. Леня просто... Оп! Ух, ёханы, так красивый, слышишь? Так это как пи... Как М50, только отрезали кусок, да? 2 цилиндра. Да.
И что, он работает? Так а если вода попадает? Попадает же, видишь. И как оно, что происходит? Ничего. А вон шноркель, слышишь? Какой модный. Жесть. Глушитель модный. Не, глушитель самый крутой. Ну заводи, как работает, хоть да послушай. Да они кричат все. Да нет, так ты не газуй на холостых. Так я не газую, они кричат. Не газуй если тогда. Я газую, падают птицы с неба. Сразу сыпятся. Блин. Слышишь, тут давай что-то... Давай поедем прокатимся. Если давай. То я только на запорожцах последние дни катаюсь. Не, сапог нету. Тогда не прокатимся. Давай. Блин. Ну садись, я тебя заведу куда-то в болото. Не, я не хочу в болото. Чего? Я привык к асфальту уже, у меня новое купе у Макса. Все. Так давай сапоги возьмем. О, блин. Вот это жарко. Да, красиво получилось. Леня сказал, что прокатит меня без сильного бездорожья. Просто он прокатится сейчас со мной, да и все. Ты же самый ответственный подъем возьми. Сейчас возьмем. Куда? Ты че, Макс, нафига? Со второй передачи ездим, ты видишь? Так она и тяжело, ты что, не слышишь? Да ладно. Что, коробка лучше здесь, чем в самурае? Да. Руль тот же остался с этой детской игры. Леня, я тебя прошу, Леня, тут хоть мягкий потолок, слышишь? Ёкарный бабай, блин, Леня, блин, это жесть, вытри лобовое. Передворники с лобового, плохо видно. Лёня, блин, ё-моё, нахрена я сюда сел? Как-то легче, да, она идёт? Да вообще. А какая это передача? Это... Осторожно, Лёня, нафиг, блин, Лёня. Это вторая. У тебя ж нет каркаса, Лёня, стой, Лёня. Лёня, стой. Вторая повышенная, вот. Ух, блин, охренеть. Ого, тут люди живут, видал огород. Смотываемся отсюда. Ты шо? Не, там уже... Давай прямо. Не, давай назад. Уже. Да не, там назад перевернемся. Да они испугаются, я уже не буду так стоять. Фух, блин, вот это жесть, вот это машина. У Лени новый мотор, я уже название для видео придумал, Леня. У Лени новый мотор, и заглушки сняты. Что, легче руль стало крутить или нет? Нет, так же? Так же все. Усилитель так же работает примерно, да? Блин, красота какая, какой пейзаж открылся. Шикарный, да, да. Офигеть. Как в Карпатах, да? Вообще класс. Поехали. Не надо далеко так ездить. Конечно. Жестко. Да я тебе скажу, вот тут уже коксом ехать приятнее, я тебе скажу, чем раньше. Да? Ну, тебе надо поменять мосты на нормальные крепкие, и будет хорошая машина. Да нормальные мосты, пока буду так ехать. Так будешь пока? Ну, конечно. Меня через день? Да я по глупости его порвал. Как по глупости? Вот так, я без передка ехал на гору, уперся передними колесами и порвал задние. Может, чисто тело нарвем, не хочешь? Там мята есть. А. Кап хотя бы сейчас попить. Блин, классное тут место-то. Назад медленно будем ехать. Да, назад давай медленно, чтобы я запомнил дорогу. Вдруг я захочу поехать в это красивое место. Да, но мотор неплохой, да? Ты доволен, в общем? Соотношением, да, мощности, да. Нет, я даже его боюсь иногда. А кто выхлоп так придумал сделать? Ну, это чуваки эти, которые ставили мотор. Тюнеры? Оно не помещается просто туда вниз, упирается в раму. Я говорю, разворачивай коллектор наоборот. Они его развернули, он вверх смотрит. Я говорю, нормально. Прикольно. Вот этот маньяк Леня. Посмотрите на этот руль.
остановил. Ты что, чуть? Был близок уже. Это страшный человек, конечно. Мы там чуть не это. Чуть не упали с горы. У тебя еще есть слух? Слышишь нас? Это же он, прикинь, в Карпаты так ехал. Я знаю, он ехал с нами. Да? Не, ну прикольная машина. Заднее стекло интересное очень, да, решение? Так, сейчас еще сказали, оффроуд будет, ну, в сторону дома, типа. Сейчас мы едем. Еще и в оффроуде поучаствуем, блин. Лобовое чистая красота, да? Что-то, ну, отмылось практически. Вон, смотри, куда Антоха поехал. Нам туда. Не уверен. Еще колеса замыленные, наверное. За Леней, стой. Подожди, пускай, пускай этого сумасшедшего. Я к нему не сяду больше. Включаем? Да. Блин, ну она реально очень узкая машина. На ней, конечно, очень страшно. Тут как-то спокойнее, Макс. Это на пониженной мы? Это на повышенной мы? Да. Ого. А, на первой? На. А? Да, да, я вижу тут. Уже чисто тело нарвем, Макс. Или потом? Зачем? Мало ли что в дороге. Чистить тело? Да. А, типа ранка. Бородавка вдруг выскочит. Да, да. И надо будет ее быстренько прижечь. Да. Такой интересный маршрутик такой. Живописный, особенно сейчас, да? Эти пыльные рейды. Да, там так мокро в Прилуках. Так, там какой-то анонс. Леня через речку, но не знаю, чем это все закончится. Сейчас посмотрим. Леня, звезда наша. Пока нет Вити, у нас есть Леня, да? Витя скоро выйдет на арену, я думаю. Сегодня тут подходили, спрашивали, а что, вы там доделали УАЗик? Говорю, какого? Витина? Ну, говорит, 406. А вы посмотрите управление? Что-то я туда не хочу уже. А вот там... Сел. Сел? У лебедка. Лебедка у кого? Именинник застрял, елки-палки, опять. Все? Тут только FJ-ка проехала. Да? Только FJ-ка, говорят, сегодня тут проехала. Так Леня сейчас проедет. Леня, давай! А надо подтянуть. Все рубились? Здесь сегодня, да. Все здесь, рубились? Здесь Toyota порвала свою лебедку. Крис рвался по правой стороне до последнего. Хоть и что, прорвался? 10 раз висел на бампере. А с левой стороны едет звезда. Давай, Леня! Блин, какой худой, Леня, стройный, Леня, он нормальный. И по правой стороне проедет. Проедет, да? Да. У него нет бампера, он... Ну, главное доехать до самой реки, а дальше он проедет уже. Что-то его заносит. Красавчик! Леня, как на спорткаре уже теперь. Пацаны, так у Лени крутая машина, пацаны. Дайте FJ-ка проедет. Да не проедет. Чего-то он не проедет. Застрянет. Ну да, такой FJ тут заряженный не по-детски, я смотрю. 37, да, колес? Вау!
После Лени не смог. Слышит, Алёня говорит, что ты так херечишь? Смешно звучит, да, от Лёни? Это вообще. Алёня ему накопал, и теперь говорит, что ты так херечишь? Страшно после Лёни просто. Решил... Решил вернуться. Бочком, бочком, бочком. О, сейчас будет экшен. Сейчас будет экшен. Не, после Лёни никто уже не проедет. Это Лёня. Кто его не знает. Сейчас будет экшен. Чуть не проехал. Так, МЖ там сейчас достанут, а мы по лайту. У нас машина для дальних путешествий в Днепропетровск, да, сделана. Справа улица Ленина, едете до первого поворота направо. Ты понял, какие маршруты у нас? По Ленина сейчас пойдем. Смотри, какая дача, пойдем, ничего лишнего. Гараж, гараж больше дачи, ты видел? С лебедями, красиво. Улица Ленина. Красивые места тут, посмотри. У людей, как ты хотел набить. Класс. А у меня Краковская 5, квартира 8, бабушка жила. А вторая на Олеговской. А потом на Оболонь переселили ее. С подола насиженного. Да. Гелик военный, класс, конечно. Со съемной крышей же кадрик. Так, какой-то маршрут у нас такой путанный. Петляем, петляем, петляем. Солнце садится. В это время мы вчера стартанули, да, только? Вчера стартанули, а сегодня уже мы во Фроуде в это время. Запорожцы в новом логове. Правее, прямо, направо иди. Желтый уже на этом, на ТО уже загнали. Короче, все. Все идет по плану. Ух, елки, деревянный мостик, охренеть вообще. Могли провалиться. Смотри, детство. Поджигай! По поле. Поле. Блин, красиво. Дулина как. Дулина не хватает. Который Ивана? Бы, который бы стоял в красных труселях и орел. Михалыч! Михалыч! Давай, давай. Михалыча нет. Дулин. Дулина не хватает в красных труселях. Вот это Макс мочит. Да. Дулин бы нам тут не помешал бы, конечно. Мы на Discovery. Иван Дулин. Первый в мире фрезеровщик. Нетрадиционный? Да, сексуальный ориентация. Это известный Иван Дулин. Ромашковое поле, видишь? Да, ну суровые у нас свои есть. А Михалыча нету. Михалыч, да. Ни Дулина, ни Михалыча. Сегодня Жека вот едет на Неве. Красивой, четкой, инжекторной 1.7. Хороший, хороший. Фаркоп у нее новый. Где бампер? У нее ж был или нет? Блин, какой-то запутанный маршрут. Все петляют. Опять рейд у нас сегодня. Чего у нас только сегодня не было вообще? Да, насыщенная жизнь. Насыщеннейшая просто. Аж страшно. Это у нас тур по дачам. Блин, Киевской области, да? По дачным усадьбам.
А вот смотри, тут тоже дача. Ого, Шевченковский домик. Охренеть, блин. Смотри, прямо на берегу, да? Вообще там круто. Вода. Народ, да. Кто тут речка, забор, да? Снизу, человек. Кто забор снес? Мы знаем, кто такой. Да. Ты его еще не доехал. А кто-то... Тут Ауди во дворе. Домики. Кто на связи, Андрей? Маленькие тоже. Ты да, интересные какая? Места. О! По харду. Ох, как Нива может, блин. Подожди. Стой, Макс, стой, там лужа, стой, вернись, стой. Макс, Макс, Макс. Я же в белых кроссовках, куда же я пойду сюда? По черной дороге. Макс на заднем приводе хотел. Так, 80-ка. После Нивы, наверное, будет сложно ей, мне кажется. Вон белый дельфин под сиренью стоит. Дельфин заочковал, объехал все. Там оффроуд, наверное. Что-то там сложно. Давай куда-то в сторону BMW уже двигаться. В сторону дома. В сторону дома, давай, что-то мне тут не нравится уже. Так, все, мы едем в сторону Бахи Семерки. Оффроуд завершен. В оффроуде поучаствовали. Что тебе еще не нравится? Везде были. Ё-моё. Сирень видели, красивые места. Да, нормально мы сорвались. Я говорю, они думают, что мы в оффроуде с ними целый вечер. А мы уже едем домой, наконец-то. После долгих двух дней путешествий. Да, правильно. Прямо? Направо. Право? Где-то направо. Точно? Подожди. Ну, хотя можно и прямо. Давай прямо, наверное. Оно там все равно... Оно там все равно соединяется, я думаю. Все, всем пока. Оффроуд завершен. Двухдневный марафон завершен. Всем пока.